В эфире ЕТВ команда «Доброй воли». Наш специальный проект, приуроченный к году добровольчества и волонтерства в России. И сегодня будем говорить об уникальных людях, о тех, кто работает нянями, воспитателями в больницах, помогает медицинскому персоналу, о волонтерах в больницах. Кто это такие и для чего, и для кого они трудятся, об этом узнаем сегодня. С удовольствием представляю у нас в студии Лариса Лазарева, руководитель межрегиональной общественной организации «Аистенок». Лариса Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Петрова, няня-воспитатель детской городской больницы 15. Здравствуйте. Здравствуйте. И Наталья Сергеева, главная медицинская сестра детской городской клинической больницы номер 11. Здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю посмотреть сейчас небольшую видеозарисовку из одной из городских больниц, где в качестве волонтеров работают няни-воспитатели. Малыши в этом отделении домой не торопятся. Кого-то привезли сюда из неблагополучной семьи, кого-то из роддома, сразу после того, как отказались родители. А кто-то уже растет в доме ребенка. Отделение никогда не пустует. Сезонности как таковой среди детей, которые болеют, так же, как и среди обычных детей. То есть подъем заболеваемости идет осенью, то есть и детки также заболевают. То есть болеющих детей осенью больше. А в периоды, наверное, каких-то праздничных дней, тогда, наверное, больше детей, изъятых из социально неблагополучных семей. Идешь? Идешь? А, ты хочешь на ручки? Накормить, поменять пеленки, увезти на процедуры. Медперсонал работает здесь как часы, однако малыши всегда ждут большего, чтобы с ними пообщались, а лучше поиграли. А вот это вот у нас что? Песочницу играть. Играть в песочницу – это ведро и лопатка, да? Да. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Это мир, это круг, это мячик, это то, это. Это что? Это перец, да? Перец, да. Это мандарин. Юные соседки по палате пересмотрели все книжки и уже готовы рассказать все, что знают взрослым. Поиграть, позаниматься, если нужно покормить и вынести горшок. Это уже забота волонтера. Добрые женщины приходят сюда без всякого расписания, когда кто может. Кто-то утром, а кто-то и после работы. Они переодеваются в центральном холле, у них там комната, то есть они переоделись, сменную обувь, халат одели и прошли. Волонтер, когда приступает к своим обязанностям, помимо всех его качеств, то есть он должен понимать, что вся информация, которую он узнает о ребенке, она не должна распространяться третьим лицам. То есть фамилия, имя, там, допустим, да, какие-то паспортные данные, откуда поступил ребенок, каким образом попал к нам. То есть все, что волонтер узнал, то есть все должно остаться здесь, в больнице. Глядя на малышей, свою помощь в уходе медикам сначала предлагают многие, но абы кого с улицы сюда не берут. Настоящая няня-воспитатель должна быть как минимум здоровой и психологически устойчива. Остальному ее научат. Расскажите, пожалуйста, у нас вообще сколько больниц укомплектованы, что ли, вот такой единицей боевой, как волонтер, как няня-воспитатель? В скольких медицинских учреждениях нашего города работают такие люди? Ну, когда мы начинали в 2006-м, только была одна 11-я больница, был пилотный проект, и мы... У вас прям целая программа? То есть была целая программа, да, и для того, чтобы сохранить психоэмоциональное здоровье детей, и в том числе и физическое, да, мы решили, что заключим договор с медиками, с Горздравом, о том, что будут приходить наши волонтеры. Это были и массажист с медицинским образованием, и психолог, и в качестве волонтера тогда была. Вот. И мы с детьми играли, ухаживали, пеленали, помогали кормить. Это был запрос от медиков? Как это случилось? Был запрос от медиков, и мы тоже, так как мы работали по отказам в роддомах, мы понимали, что дети скапливались в больницах, и, в принципе, там должны быть... Они абсолютно здоровые, скапливались в больницах, они там жили и даже учились ходить. То есть это раньше это было очень много, больше года лежали, и не предусмотрены, больницы не предусмотрены для лежания детей. То есть ребенок уже не болел, но его... Да, он в принципе не болел. Он с роддома поступал туда, отказник. А так как не было развито семейное жизнеустройство у нас еще на тот период, в 2006 году, вот, то дети практически жили там, потому что дома ребенка были переполнены, некуда было их перевести. То есть получается, что социально социальные дети лежали, занимали больничные койки в больницах, и медики сказали, что нам нужна помощь, нам нужно что-то делать. Сколько и мы таких, ответили понять, на вызов. Угу. Как изменилась ситуация за эти годы? В 2006-м сколько было таких детей? Я помню точно, да. Было 138 детей, это 1,5 дома ребенка. Угу. Вот, и, а сейчас это, ну, по-моему, это 22 ребенка, сейчас 2, на все больницы. И тогда мы начинали с одной, а потом работали в 5 больницах. Сейчас работаем в 3 больницах города. Но не только мы. Еще работает епархия, представители, воспитатели с епархии и с ее мамы с сайта девочки. Благодаря чему удалось вот такое сокращение колоссальное, но это во сколько раз? Подключайтесь, пожалуйста, дорогие гости, к разговору. Как нам удалось переломить эту ситуацию? Сейчас этих деток сразу забирают в семьи, получается? Ну да, вот наша больница и ведущий специалист, юрист-консульт, тесно очень работает с органами опеки и попечительства, поэтому нам удается из вот 143 детей соцзначимых за 2017 год. Частично мы детей отдали обратно в семью, то есть с помощью органов опеки. Частично они ушли в семью опекунства, то есть с дальнейшим все-таки уже с дальнейшей работы по усыновлению. Ну и часть, конечно же, вернулась в спецучреждения специализированные, без этого тоже никуда. Но благодаря вот этой тесной связи, отлаженной работы за многолетние годы, просто удается снизить, ну, пребывание ребенка, здорового ребенка, до 5 дней в больнице. Какая помощь оказывается волонтер? Как вам, медикам, помогают волонтеры? Ну, то есть какой, я не знаю, функционал вы готовы им доверять? Ну, у нас, в принципе, работают волонтеры с 2 организаций. Они ухаживают за детьми, оказывают им не медицинский уход. То есть это развивающие игры. Если ребенок находится под катетером, то есть это обязательное наблюдение, регулярная помощь, кормление, потому что детки от 0 и до 3 лет. Ну, то есть необходимо, все то, на что у медсестры не хватает времени просто, да. Не хватает времени. Ну, одной из целей и нашей работы в 2006 году было, что не только мы, самое главное, это устройство детей в семью, но а чтобы устроить в семью, ребенок не должен заболеть, да. И мы сохраняли вот даже вот путем простого внимания к ребенку, брали его на руки и где-то играли, развивали, да, и читали стишки, песенки пели. Вот, то есть мы снимали, мы не только устраивали ребенка, вот, чтобы он сразу попал в семью обученных усыновителей и опекунов, готовы. И на самом деле вот получилось, что налажено у нас в Екатеринбурге было сразу с больниц. Они, родители приходили в больницу уже с направлением, то есть они не ждали перехода его в дом ребенка. И прямо с, это и была наша вот основная задача, прямо с больниц, чтобы попали дети. Вторая задача – разгрузить это персонал, потому что на тот период была нагрузка, это я точно помню, 1 человек на 1 медсестру 15 детей отказных. И лежало 36 детей. Есть, и до сих пор нагрузка есть. Да. Существуют штаты, и на 1 медсестру действительно приходится 15 деток. Ну а так как эти детки еще являются соцзначимыми, то... Что за термин «соцзначимые дети»? Ну, это не только, это дети не только отказники, но и изъятые по рейдам от родителей. С улицы, да? То есть с улицы привозят. То есть это не обязательно отказные. Это рейды, когда из дальнего зарубежья попадают женщины с детьми, которые ходят по попрошайничают. И бывает, рейд проводят раз в месяц, по-моему, и их привозят сразу. Тоже в больнице. Сразу в больницу, то есть... Родители могут появляться, появляются. Я знаю, что вообще история каждого ребенка – это вот такой отдельный сценарий для отдельного фильма просто. Да. Конечно. Родители, роль родителей были в вашей… Сколько у вас сейчас, Юль Подопечная? Сейчас пока, да, мало сейчас детей. Летом почему-то всегда снижается. Ну, в среднем бывает подопечных сколько у вас? Один раз было даже 10, но это много. А так вот 3, 4, 5, 2… И всегда меняется количество. А возраст? Ой, маленькие, от месяца и до 3. Что вы делаете с ним? Ой, что мы только не делаем. Ну, маленькие грудные – это обычный уход, ну, это кормление, понятно, да, уже внимание какое-то на игрушку, чтобы у него что-то, он развивался, да. Угу. А если большие ребята, то и стихи, и лепим, и рисуем, и пузыри. Вот пузыри вообще волшебное какое-то просто средство. Потом, угу. Да, мыльные пузыри, это у меня всегда лошадино пузыри мне надо. То есть у вас есть такая сумка Мэри Поппинс, в которой все? У меня не только сумка, у меня уже целый ящик. Мне выделили на первом этаже, на втором я даже раздеваюсь, переодеваюсь, а на первом у меня целый шкаф. Потому что видишь, что я с какой котомкой иду. Если ребенок большенький, там у меня очень много и ляльки, и пирамидки. Ну, это тоже от возраста зависит. Ну, очень много всего. И медсестрам, конечно, этим некогда заниматься. А им... Что они покормили? Да, им не... Свои процедуры они должны успеть все сделать. И физиопроцедуры, и уколы, назначения. Ну, доверяют, да. Ингаляцию доверяют, потому что, ну, что там вроде бы такое не медикаментозное. Дети ждут, понятно, что устанавливается, ну, вот такая связь, когда... И это же дети, которым не хватает вот этого простого человеческого тепла и участия. Очень. Как вы потом расстаетесь? Знаете, даже вот медсестрам нет возможности ребенка из кроватки даже достать. Мы даже, если мы ходим по палате даже, и нас даже отпускают гулять. Если гулять, то это вообще счастье. Угу. Вот. Особенно сейчас погода замечательная. Мы гуляли по 2 раза с ребенком. И утром няня, утренняя, и вечером. Конечно, глазки у них ждущие такие, да, у всех, да. Даже вот заходишь в палату, бывает там тоже регулярно, угу. И у них прям они прям ручонки тянут. Вот, все, давай бери меня, да. Скорее, и пошли куда-нибудь уже. Да, то есть им не хватает, действительно. Вот периметр вот этой кроватки очень... Ну, одна из главных целей, угу. Прихода волонтеров, воспитателей, это все-таки не только уход за ребенком, да, это заменить ребенку маму. Угу. Наверное, каждый из зрителей, да, вот знает, сколько, если родился ребенок, сколько раз его берут на руки, да? И вот замена матери, замена значимого взрослого, это вот просто очень актуально для дальнейшего развития ребенка, особенно чем раньше развитие нужно до года, это вот нужно ежедневное развитие и внимание ребенку, когда он еще не может сам не переворачиваться, не лишний раз его никто на руки не присесть не может, ничего, и это все заменяет это вот руки. Заботливые руки воспитателей. Это очень необходимо. Сколько бы ребенок ни лежал, 5 дней, 21 день, или как раньше вообще и год лежали, потому что вот и медики переживали за состояние ребенка, потому что состояние ухудшается, по-моему, через 2-3 месяца уже задержка развития автоматически ставится ребенку, и ребенок, конечно, он будет не востребован для приемных родителей. Основные успехи, ну, успехи, которыми вы можете поделиться, вот результаты этого работы, когда, ну, я не знаю, вот пришел мальчик Рома, и вот через 2 недели после того, как вы с ним позанимались, он встал и пошел, например. Условно, вот какие-то такие истории. Ну, вот, например, везут 4-месячного ребенка. Я знаю, что в этом возрасте ребенок уже должен переворачиваться. А он еще этого не делает. То есть я стараюсь, и, в общем, выкладываю его на пеленальник и стараюсь потихонечку его уже начинать переворачивать, помогать. Потом и полгода, если ребенка, он еще не сидит. И еще даже не... Он уже должен уже ползать. Но ведь все индивидуально. Все понятно. Но если ребенок активный, сразу вот это видно, заметно, правда. И если его нужно уже присаживать, и уже потихонечку и кушаем сидя, да, отдохнули. Потом как-то и в уголочек его там подушками. Ну, правда, это, я не знаю, рекомендуют это врачи или нет, но это вот совсем по чуть-чуть. По чуть-чуть. Обучает специально каким-то специальным навыкам нянь, воспитателей, волонтеров в больнице? Как вы их готовите? Мы обязательно обучаем, да. И даже сейчас, если звонят в больницы люди, которые хотят быть волонтерами, то все равно перенаправляют к нам на обучение, да, потому что у нас раньше это было 2-дневное обучение по 8 часов. Сейчас это прямо индивидуальное практически обучение. И мы навыкам и ухода за ребенком, возрастным особенностям, что должен уметь делать ребенок. Это и привязанность, что такое привязанность. Это мы смотрим фильмы популярные, такие познавательные, которые показывают, как ребенок находится в доме ребенка, какие у него навыки сформировались или что. То есть очень много... Может не подойти человек на эту должность? Можете кого-то отсеять? Можем отсеять, потому что бывают люди приходят просто какую-то свою задачу решить. Например? Да. Ну, например, например, просто они хотят помогать, у них такой порыв, они посмотрели по телевизору, например, медики попросили что-то, да, или сказали, что, или мы, например, что мы занимаемся волонтерами, и люди вот на так, или ребенка показали, который там без мамы, да, находится, и они на эмоциях пришли, а на самом деле, когда с ними разговариваешь, что некоторые становятся нашими клиентами у психолога. Вот, то есть на самом деле эта потребность приносить добро, она еще идет все из детства, и травмы детские, все это всплывает вот на наших даже тренингах просто. И мы видим уже, мы прям сразу уже, у нас глаз наметан. Волонтеров пациенты его. Да, их прямо вот абсолютно точно. Потому не доходят до больницы люди, которые сами нуждаются, так скажем, в консультациях индивидуальных. Они не доходят до больницы. Волонтер не должен быть, не должен стоять и плакать над детьми, потому что у нас были такие, которые приходят в больницу раньше вас, и стоят над детьми, плачут. Понятно, что это очень жалко, но жалость, она не хорошая. Вот, наверное, моя реакция была бы такой. Это не тот стимул, который поможет эффективно ухаживать за ребенком, чтобы привести его в то состояние, когда медики свое дело делают, воспитатель свое. То есть, по большому счету, это должен быть твердый человек, это должен быть одновременно твердый, как Юля, он с открытым сердцем, с душой, и, как правило, это даже не столько молодые. Вот у нас самые хорошие волонтеры – это те, которые имеют своих детей, а в инфекции работать это не нужно иметь детей маленьких, потому что, ну, не дай бог, там можно принести что-то и своему ребенку, потому это уже должен взрослый человек быть, да, и таких, ну, мы отбираем прямо это вот на вес золота они у нас. И раньше они были волонтерами для нас, но волонтеры, к сожалению, они сегодня пришли, завтра не пришли. Что-то у них случилось, либо эмоционально выгорели, и мы должны с ними опять работать, да, вот, а это мы решили, что это будут наши, и в том числе даже у меня работают 2 штатных моих сотрудника, которых я выделяю именно на работу, это мы им платим зарплату, они волонтерами являются для больницы бесплатными, а для нас они штатные и платные, и мы на них иногда и не можем находить средства, то есть мы проводим благотворительные акции какие-то, пишем проекты, где мы зарабатываем. Я помню, на Благомаркете вы собрали. На Благомаркете мы собираем миллиона рублей. И мы на целый год нашим волонтерам хватило. В том числе мы можем помогать и еще там средства по уходу, если это, ну, необходимо там детям, и в том числе нашим. Постоянно, да, гигиенические различные, да. Игрушки, краски, альбомы. Это мы все покупаем, и это все, естественно, расходуется. То есть там помимо зарплаты очень много. Волонтеры нужны еще сегодня в больницах? Конечно, очень нужны волонтеры. Не хватает все равно рук, потому что, еще раз скажу, что до 14 человек бывает у нас на отказном посту, который находится в отделении раннего возраста у нас, где осуществляет медицинский уход одна медицинская сестра, и плюс еще процедурная сестра выходит в день. Ну а вечернее время и в дневное время, потому что процедур чаще привозят детей с соматическими заболеваниями, хоть и с легкими, да, но бывают различные. Поэтому нужен медицинский уход, лечение, а вот рук действительно, которые бы ухаживали, давали тепло деткам, развивали их, рисовали с ними, разговаривали, читали стишки, играли. Этого, конечно, не хватает, и нам очень нужны. Обращается очень много к нам в больницу. Звонки даже приходят, и мы направляем вот в такие организации, потому что человека с улицы я взять не могу. Действительно, должно быть какая-то справка о состоянии здоровья, в том числе и психического. Конечно, и элементарные методы ухода. Это та же, получается, младшая медицинская сестра, как раньше были у нас санитарки. То есть это то же самое, поэтому мы направляем в такие организации. Какие дети сегодня становятся отказниками, и почему, и как волонтер может стать для такого ребенка временной мамой? Об этом сразу после опроса, прямо сейчас узнаем, что думают екатеринбуржцы. Мы спросили горожан, для чего нужны волонтеры в больницах. Что ответил город, узнаем прямо сейчас. Я думаю, что не нужны, потому что дети, когда находятся одни, без родителей, неважно себя чувствуют, начинают плакать, и навряд ли какой-то чужой человек может успокоить ребенка. Ну, конечно, потому что детям сложно в маленьком возрасте. находиться одним. То есть волонтеры очень помогли бы в этом плане, психологически в первую очередь. Ну, наверное, развлекать как-то детей. Все равно им оказывается недостаточное внимание. Ну и какая-то материальная, может быть, помощь. Наверное, да. Чтобы развлекали их, помогали, не отчаиваться. Ну, конечно, но надо всегда немножко опасаться, какие они волонтеры, если они хорошие люди, люди, которые могут взять это как для себя, воспользоваться как-то этим. Ну, я верю в доброту людей, то, конечно, лучше всегда, если люди хотят помочь, то должны иметь право, чтобы помочь людям, другим, конечно. Да, конечно, как минимум, потому что детям не хватает общения, как бы не, грубо говоря, вне больницы, как бы не с врачами, не с медсестрами, а с кем-то поговорить о чем-то, порисовать, не знаю, в какие-то игры поиграть, чтобы они отвлекались от того, что они болеют, и больше погружались в такую игровую атмосферу детскую. Ну, самое главное, я считаю, одежду может приносить. Может быть, приносить книги, читать с ними, заниматься чем-то, рисунками, развивать детей. Это самое главное. Команда «Доброй воли» в эфире ЕТВ. Сегодня говорим о волонтерах в больницах, о тех, кто на какое-то время для детей, отказников, для воспитанников детских домов, для детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях и попавших на больничную койку, становятся, такими временными мамами. Расскажите сегодня в качестве отказников, каких детей привозят, от кого сегодня и почему отказываются? По разным причинам. Угу. Да. Ну, конечно, месячные ребятки, которых они в больнице находятся, в роддомах, а потом их привозят к нам. Ну, если по показаниям, конечно, да. Что говорите? 5 дней в больнице, это самое большое, да, в роддоме. Да, в роддом. Вообще. Раньше ведь было дольше, раньше держали в роддоме. 7. Угу. Я помню, 7 это если кесарево, по-моему, да? Сечение. Вообще волонтеры такие вопросы задавать не могут. Я не могу вот это вот все узнавать для себя. Ну, если что-то там скажут, вот такой-то, такой-то врач сам. Вот у меня такая информация есть. А вообще, в принципе, я не могу владеть такой информацией. Почему? И... Конечно, конфиденциальная информация. Но, речь идет о детях с какими-то заболеваниями, пороками. Есть абсолютно здоровые детки. Это уже, видимо, какая-то установка у мамы, да, которая родила, даже называть сложно мамой, в плане того, что она отказывается от ребенка. Но дети бывают разные. Причин очень много. Причины отказов мы не будем касаться в этой программе. Так, причины различные, есть. От негде жить до экономическая причина. Когда выясняешь, что экономическую причину, выясняется, что там просто затяжные конфликты внутри семьи, и нужно просто урегулировать детско-родительские отношения. Мы работаем над этой тоже задачей, объясняя женщине ее ее возможности, ее действия, в результате таких, когда у нее конфликты. А есть они дети... могут проявиться за то время, когда ребеночек находится в больнице, под присмотром медицинского персонала, няни, воспитателя. Могут появиться родители и... Конечно, могут. Они могут прийти в опеку, они могут аннулировать свое заявление об отказе, и дальше они могут прийти и ухаживать за ребенком, если по показаниям медицинским еще положено пребывание в больнице. Если нет, то она может прямо забрать из стен больницы прямо домой к себе. Да, такие случаи были. А бывает, нам просто звонят больницы, в которых мама уже с ребенком лежит, и она вдруг почему-то по каким-то причинам решила, что она от него откажется. Нас тоже вызывают на такие случаи. А также могут дети попадать просто из домов ребенка. Вот мы уже говорили, изъятые по рейдам, изъятые из семьи временно. И с семьей нужно работать, конечно. Самое главное, что с семьей на воссоединение и на реабилитацию семьи необходимо работать, чтобы не было отказных детей. Это сироты, социальные приживы. Все равно, так или иначе, устройство ребенка в семью. Конечно. Желательно в эту же родную, если семья поддается реабилитации, если она исправляется, желательно в родную. Если нет, то в хорошо обученную приемную, потому что для приемных родителей тоже у них много вопросов, у них много своих детских травм. Вот с ними тоже волонтер, большая работа. Работал с ребенком, который помогал медперсоналу ухаживать за ребенком, может потом для будущих приемных родителей или для родных родителей, которые вдруг раскрутили обратно вот этот маховик опеки, какие-то давать рекомендации, вообще встречаться или нет? Есть такие у вас? У вас был такой случай, когда из моей больницы забрали приемную семью. Просто установили наши же, которые мы же еще обучаем приемных родителей. Вспомнили. Да, у нас мальчик находился, но он такой активный, такой веселый, но мне так не хотелось, чтобы он в учреждение попадал, ну невозможно просто. Мы позвонили в опеку, попросили, что вот есть наши родители обученные, семья искала как раз вот такого возраста, мы направили в эту опеку. И он такой настойчивый папа оказался, прямо суббота, воскресенье мне звонит, можно? Я говорю, да нельзя, нельзя, ну хотя бы через стекло. Ну, в общем, договорились с руководством, все. И знаете, такое совпадение, прямо мальчик очень походит на отца. Вот прямо вот две капли. Да. И таких случаев, вот у меня, наверное, случая 3 таких. Вот прямо папа забирает из больницы, кстати, из 11-й. У этого такой же вихор, и у папы, и идут такие друг на дружку смотрят. Вот 3 случая таких было. Вот. Сколько времени вы с ними проводите, с детьми? Сколько в среднем, вы можете ухаживать вот так, как няня воспитатель, за одним ребенком? Находится в стенах вот здания. То есть это может быть от и до, например? Да. Вот сейчас месяц считается очень много. Потому что ребенка быстро, его сразу анализы, по медпоказаниям, если подходит, сразу в учреждение. Успеваете за это время прикипеть, и как потом расставаться? Поначалу, вот говорили, как к этому привыкают, слезы там и все остальное. Вообще, поначалу было такое, правда. Я даже девочкам-психологам занялась, девочки, что мне делать, как вот. А потом вот как-то потихоньку, это моя работа, я должна к этому привыкнуть, и вот как-то более-менее ничего. Нет, есть, конечно, симпатяги, которым прям вот мой, не могу. Ну, а так вот, как-то, нет, прикипаю. Лариса Владимировна, в оставшиеся 30 секунд приглашайте людей, если есть такая необходимость, пополнять ряды. Ну, вот таких нянь-воспитателей. Да, можно пригласить волонтеров, но только те, которые хотят работать. Это трудная работа, это не разовая работа, это нужно. Вот мы долго искали 8-ю больницу специалиста. Сегодня что, в 3 больницах Екатеринбурга в качестве волонтеров работают няни-воспитатели. Это 8-я, это 11-я, это 15-я инфекционное отделение. Вот. И там, конечно, вот в 11-й больше всего детей, в 8-й бывает больше даже, чем в 15-й. Вот. И там нужен постоянный уход, потому люди должны уже быть сформированы, уже взрослые. Взрослые не в плане возраста, а взрослые вот внутри, чтобы понять, решение что… должно быть не эмоциональным, а взвешенным. Не на эмоции, взвешенное решение. Они должны понимать, что это будет их работа, это будет самое ценное, это жизнь ребенка доверена им будет. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию. О волонтерах в больницах говорили сегодня в команде «Добрая воля». Увидимся на ЕТВ. До свидания.